На встречу с министром приехал актив областного совета ветеранов войны и труда, а также представители совета ветеранов Одинцовского района. 150 тонометров, 120 глюкометров, 100 поясов из верблюжьей шерсти, а также два компьютера передала им Ирина Фаевская. Подарки вручили в рамках спонсорской помощи от Министерства соцзащиты населения и клинического госпиталя Лапина, расположенного в Одинцовском районе. По традиции, в адрес ветеранов звучали теплые и душевные слова. Разрешите мне поздравить вас с наступающим вообще замечательным, знаменательным событием, 70-летием Победы, пожелать вам всем огромного здоровья, бодрости, энергии, сил, принять участие в праздничных мероприятиях. Вы у нас победители и побеждаете каждый день, проводите большую общественную работу с молодежью, с общественными организациями. Министр отметил, что медицинские приборы и пояса из верблюжьей шерсти распределят во всех подмосковных советах ветеранов. Их получат активисты организаций, а также те, кто в них особенно нуждается. А таких немало. Люди ведь все пожилые. Мы с радостью принимаем эти подарки, распределим их среди тех людей, которые у нас наиболее тяжело болеют и не выходят из дома, кому крайне необходимо измерить и кровь, и давление, и так далее. Поэтому, я думаю, это очень подарки, которые нам всем пригодятся. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся социальной и медицинской поддержки пожилых людей. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».